Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам показать то, что я раскрасила за май. Ну, этот месяц был таким по количеству работ самым стандартным. Я не могу его назвать непродуктивным, но и рекордов своих я не побила. Ну, правда, я и не гонюсь, конечно, за количеством иллюстраций, но у меня получилось 61 иллюстрация раскрашена. Ну, то есть это стандартно, как, по-моему, и в том месяце плюс-минус столько же было. Примерно 2 иллюстрации в день. Хотя иногда я могу день-два не раскрашивать, если нет времени. Но зато потом какие-то челленджи, и там можно за день и 6 картинок раскрасить. Значит, как всегда, мне в помощь 2 моих блокнота. А в этом блокноте я записываю то, что было в планах. А в планах у меня 29 было раскрасок. Обычно я планирую одна раскраска, одна иллюстрация. Но благодаря челленджам бывает и больше иллюстраций. Так что планы я выполнила где-то числа 20 уже. И далее раскрашивала не по плану. То, что не по плану у меня в этом блокноте. И я не по плану задействовала 17 раскрасок и тоже в некоторых аж по 6 иллюстраций сделала для челленджа. Ну что ж, давайте приступим. Буду показывать не по порядку. У меня тут целая гора раскрасок. Вот даже решила вам показать, все это валяется. Начну я с раскраски Крис Риттл 100 объятий. Эту раскраску мне подарила Алла Хобби. Привет тебе, огромное спасибо. Здесь я сделала вот эту иллюстрацию. Ну, тут простенькие, но очень милые такие иллюстрации, картинки. Хочется их больше даже назвать. Нравится мне эта раскраска. В основном я буду все отсюда убирать, потому что иначе вообще показывать будет просто негде. Далее панды. Тут у меня тоже одна иллюстрация. Эту раскраску мне подарила Олеся с канала раскраски.com. Тоже привет тебе и большущее спасибо. И также использовала карандаши марка. Это также подарок Олесе. Мне эта раскраска очень тоже нравится. И иллюстрации милые, и рамки. К тому же они еще такие неровные. Это здорово. Далее раскраска Лама Давай Лола Винг. Здесь у меня такая лама, здесь и фломастеры, и карандаши, и перламутровая акварель луч. В общем, всего понемногу. В этом месяце я эту раскраску начала. Следующее — это медитации с мандалами и хиралами для раскрашивания. Эта иллюстрация мне, в принципе, не очень нравится. Я ее раскрашивала, знаете, по принципу использовать гелевые ручки с AliExpress, которые постоянно заедают. Просто почему не нравится? Потому что, во-первых, предыдущая мандала, вот эта вот, она на ту сторону протекла, и я использовала, как видите, вот эти яркие ручки. Мне такие цвета не очень нравятся, но в целом зато ручки используются. Уже некоторые ушли на выброс. Ну, я выдувала их в палитру и кисточкой красила. Так что имейте в виду, если у вас есть ручки, которые заедают, можно так поступить, и деньги не будут выброшены просто так. Следующее — это уютный мир, релакс раскраска. Здесь у меня сделано 2 иллюстрации, и мы ее раскрашивали вместе с Оксаной Александровой и Милой Антонюк. Ссылки на канал девочек я, конечно же, тоже оставлю под видео. Но и одну я сама раскрашивала. Это вот такая иллюстрация. Здесь, в общем-то, карандаши,
еще две иллюстрации мы красили вместе с Оксаной и Милой маркерами. У меня маркеры Мазали, 48 цветов. Вот такой медвежонок. Маркеры классная штука, потому что ощущение, как будто так и было. Ну и здесь еще две мишки. Но здесь я сочетала. Здесь вот, ну, видно, где маркеры. И тут еще карандаши Мэджики. Но я не помню, оригинальные они были или из фикс прайс. Я то одними, то другими пользуюсь. Далее лунные мандалы, которые на черном фоне, они мне очень нравятся. Здесь я также использовала маркеры. Вот такая получилась мандала. Ну, здесь тоже раскрашено, просто я такой оттенок подобрала. Прикольный эффект, потому что они, видите, такие двусторонние. И красила я с одной стороны, а на этой стороне тоже так же однородно получилось. До этого я использовала фломастеры, которые с блестками. Далее волшебные узоры. Тут я сделала вот такую иллюстрацию, раскрасила. Ну, это фломастеры Ашан Creation, 50 цветов. И вот это, по-моему, ашановские каждый день. Миллион единорогов Лулу Майя тоже дарила Олеся, раскраски.com. Тут я раскрасила какую-то из этих, сейчас скажу, какую именно. Получается, что вот эту я раскрасила, судя по моим записям. Здесь перламутровая акварель, карандаши, немножко гелевых ручек. «Мир вокруг нас», серия «Волшебные раскраски». Здесь такая вот иллюстрация. Мы ее красили вместе с Валерией Авериной. Тоже ссылку обязательно оставлю под видео. И также в Инстаграм у меня есть эта фотка. «Чудесные картинки». Вот такая вот девушка. Красила ее фломастерами каждый день. И Muppet Jungle. Ну, с обратной стороны вроде все в порядке, ничего не протекло. Но это и фломастеры такие, которые обычно нигде не протекают. Далее сказочные витражи, серия «Творческий рай». И здесь вот такая у меня иллюстрация. Красила ее маркерами. Ну, пыталась смешивать оттенки. В общем-то, более-менее терпимо, но мне понравилось больше с обратной стороны, потому что, если вглядываться, более такие хорошие переходы и даже как будто тени, и такой вот эффект объема. «Удивительный Китай» тоже серия «Творческий рай», и здесь нужно будет обязательно сегодня сделать закладку. Тут также я использовала маркеры Мазари, цветы и феникс. «Ханна Карлсон. Рассветный час». Эту раскраску мне подарила Алла Хобби. Привет тебе, огромное спасибо. Ну, здесь я вот такую иллюстрацию делала. Это карандаши фикс прайс, 36 цветов. И сухая петербургская пастель и гелевые ручки краун. И вот здесь немножко белая ручка краун пастель, но она почему-то вообще впитывается.
А вообще получается, что я раскрасила в этом месяце больше, чем 61 иллюстрацию, потому что вот я сейчас взяла книжку-разукрашку с озорными картинками и понимаю, что мы делали челлендж. И вот здесь такой разворот. Ну, не разворот, две отдельные картинки, хотя можно и разворотом считать. Тут размываемые мелки из фикс-прайса. Ну, а карандаши какие, я, честно говоря, не помню. Больше здесь ничего не раскрасила. Следующее, это я люблю раскрашивать единорогов. Тоже мы делали челлендж. По плану я сделала вот эту иллюстрацию. Здесь мелки размываемые из фикс-прайс, маркеры. Тогда я первую иллюстрацию свою раскрасила, как бы не очень-то получилось. И сверху у меня вот эти блестки. А также было два челленджа. Один мы делали и с Аллой Хобби, и с Оксаной Александровой. И второй челлендж у меня был самостоятельный. Ну, самостоятельный челлендж – это я переделывала старые работы там, где у меня что-нибудь сильно-сильно полосило и так далее. А на челлендж, который мы делали с девочками, у меня вот такая единорожка миленькая. Это маркеры. И еще вот такая вот иллюстрация. Также здесь маркеры использовались. Хотелось ими пораскрашивать, ну и плюс вообще на черном фоне получается забавно. И еще одна раскраска, которую я не записала, это книжка-разукрашка с красивыми картинками. Здесь также на наш совместный челлендж я красила вот эту иллюстрацию, это карандаши и гелевые ручки краун и размываемые мелки из фикс-прайс. Ну и была еще совсем простенькая вот такая иллюстрация. Здесь те же самые творческие материалы использованы. Далее рисунки и обереги, славянские символы. Я эту раскраску начала в этом месяце и сделала вот эту иллюстрацию. Карандаши. По-моему, из фикс-прайс 36 цветов. Хорошая раскраска. Далее медитативная сотворель, моя одна из моих любимых раскрасок. И здесь мы делали вместе с Оксаной Александровой челлендж одного цвета, который идею позаимствовали у Наташи и Лены. Эту мандалу я раскрашивала по плану, потому что данную раскраску я всегда в планы ставлю на месяц. Так, и теперь покажу то, что по челленджу. Вот эта мандала в желтых оттенках. И даже то, что выглядит оранжевым, это маркеры. И там был заявлен именно желтый. Далее. Сейчас, минутку. Вот такая фиолетовая. Мне, кстати, нравится она. У Оксаны она в зеленых оттенках. Далее. В синих и голубых. И еще одна. В зеленых оттенках. Вот такая вот. Теперь я вам покажу, что я раскрасила в Кербера-Заносе. Во-первых, это мироморфозы. Здесь у меня вот такая иллюстрация. Ну, здесь были споры, кто что видит. Ну,
никто из нас не ошибся. Я увидела лисичку, кто-то увидел огрызок яблока, но, в общем-то, и то, и другое правильно, потому что на то и есть метаморфозы, то есть трансформация и все такое. Ну, в общем, я решила вот так раскрасить. Здесь манделузы, как всегда, и перламутровая акварель луч. Так вот получилось. Следующее – это геоморфозы. Здесь у меня две иллюстрации. Сейчас я вам их покажу. Вот такой жираф. Жирафики, точнее. Ну, здесь тоже стандартные материалы. Я везде в Керберозаносе использую манделузы с размытием, ну, плюс гелевая ручка краун, перламутровая акварель луч. И вторая. Это мы уже красили вместе с Оксаной Александровой. Слоник. Ну, иллюстрация не яркая, но как-то вот я именно так ее видела, в серых оттенках, тоже манделузы, вот, перламутровая акварель. Здесь мне как-то вот виделось только голубое небо, а здесь вот, здесь облако, ну и так далее. Ну что ж, имеет место быть, я так считаю. Мифоморфозы. Вот это у меня иллюстрация. Здесь тоже манделузы, перламутровая акварель. И где-то немножко черным карандашом я добавляла, ну, не тени, ну, вот так вот, чтобы чуть-чуть побольше было вроде бы как объема. Ну, глаза я даже не стала пытаться дорисовывать, как есть, так и есть. Потому что не умею я это делать. Надо учиться, но как бы не хотелось бы учиться прямо в раскраске. Следующее – это фантоморфозы. Здесь тоже одна иллюстрация. Вот такая вот птичка. В принципе, более-менее мне нравится, хотя представлялось немножко по-другому. Но в целом все равно как бы. Вот чем преимущество раскрасок Керберозаноса? Вот детальная прорисовка и, в общем-то, почти всегда иллюстрации симпатичные. Аниморфозы. Здесь также одна иллюстрация. Раскраска уже разваливается. Здесь, по идее, разворот, но я делала одну иллюстрацию. Вот такую вот птичку. Творческие материалы те же самые. Далее метаморфозы. Здесь также одна иллюстрация. Вот такая. Фон, ну, фон тоже манделузы, такой бледный-бледный голубой. Тоже немножко себе по-другому представляла, но в итоге как получилось. Миллион ленивцев Лулу Майя. Тут у меня одна иллюстрация вроде бы. Вот это тоже подарила Олеся раскраски.com. Единороги. В этом месяце я начинала раскраску. Красила ее акрилом. Вот так получилось. Здесь у меня BG металлик карандаши и акрил луч. Перламутр и металлик тоже. По звуку, думаю, слышали, что немножко склеилось, но здесь иллюстрация абсолютно не пострадала. Губкой фон делала. Луиза Хей, Альберта Хатчинсон, альбом целительных аффирмаций. Я не всегда делаю разворот, иногда просто или рамку, или мандалу. Вот такая мандала.
качестве отдыхалочки. Далее котики мур-мур-терапия. Тут вот у меня такой котик. Карандаши мэджики и просто какие-то или Ашан, или Фикс Прайс. И, наверное, может быть, сплендер от Лира. Дальше Хьюги. Тоже в этом месяце всего лишь одна иллюстрация. Красила, кажется, акварелью, наверное, какой-нибудь детской. Также креативные техники раскрашивания. Вот такой узор. Мандалы. Тут у меня одна мандала раскрашена. Понять бы еще какая. Сейчас посмотрю по своим записям. Вот это вот мандала. Далее раскраска по номерам для девочек. Кстати, здесь у меня нет закладки. И тут я раскрашивала вот эту иллюстрацию. Хорошие, добрые здесь такие иллюстрации, приятные. Класс. Далее Белоснежка. В Белоснежке я раскрасила вот эту иллюстрацию. Это у меня уже давно была на челлендж сделана. Ну, вот. Тоже манделузы тут. Вот волосы уже немножко отличаются в сторону черного цвета, уже прогресс. А тут она у меня седая была. Также я начала в этом месяце «Подводный мир» Линды Тейлор. Здесь такая вот иллюстрация. Я, когда ее в Ашане себе покупала, мне она так понравилась, сразу столько... Как бы фантазии было, как раскрасить, идей. Потом она у меня долго стояла на полке. Ну, как долго? Может, несколько месяцев. Когда я ее стала красить, мне почему-то показалось, что ужасно плохо. Но сейчас открыла, да нормально, в общем-то. Здесь, я, честно говоря, не помню. По-моему, либо Ашан, либо Фикс Прайс карандаши и перламутровая акварель луч сверху. Ну и, возможно, где-то гелевые ручки по контуру, так всего по чуть-чуть. Да, и где-то, наверное, может быть, манделузы с размытием. Большой город. Здесь у меня одна иллюстрация раскрашена. Вот такая. Я думаю, все, кто живут в крупных городах, да, в связи с этой ситуацией, наверное, мы уже и соскучились по метро. Я так только не поняла, Москва это Питер или еще какой-то город. Далее сказочные существа. Здесь у меня, кстати, тоже нет закладки. Это плохо. И у меня тут такая вот иллюстрация сделана. Следующее – это мир сказок. Здесь я раскрашивала тоже вместе с Валерией Авелиной. Но я во всяком случае... Надеюсь, что я ни одну иллюстрацию по совместному раскрашиванию не перепутала с кем и так далее. Ну, вроде бы не перепутала. Нет, эту точно с Валерией. Также мы вместе
с Аллой Хобби, и Мариной с канала Марининой Раскраски. Сейчас и Оксана Александрова, я думаю, к нам присоединится. В общем, мы каждый месяц выбираем одну иллюстрацию в цветовом квесте «Животные» и, ну, в общем, раскрашиваем. В этот раз у нас вот такой медведь получился. Возможно, в следующем месяце у нас прибавится в совместном раскрашивании, там цветовой квест и другой будет. Также подарок Аллы Хобби — это танец на коленке. И здесь я сделала вот такой разворот. Очень приятная здесь бумага, пусть она и тонкая, но книжка реально такая очень классная. Сухая петербургская пастель, гелевые ручки Краун, ну и, наверное, карандаши Фикс Прайс Ашан. Следующее — это Мария Тролли в час заката. Каждый месяц, как она появилась у меня, так я ее и беру в план. В этот раз мы раскрашивали вместе с Оксаной Александровой. Она уже показала свою иллюстрацию. Вот такие маки у нас. Тут тоже карандаши Fix Price, сухая петербургская пастель и перламутровая акварель луч еще. Ну вот, у меня такая версия. У Оксаны вообще очень красиво получилось. Следующее — это «Затерянный океан» Джоны Бесфорд. Здесь мы раскрашивали вместе с Юлей, это мама Марины, с канала Маринины Раскраски. Кстати, у Марины в Инстаграм проходит распродажа раскрасок по очень выгодным ценам, так что, кому интересно, заходите. Если я не забуду оставить ссылку на Инстаграм Марины, то оставлю. Если нет, то вы можете зайти в мой Инстаграм 3 семерки рыжие 3 восьмерки, и там у нас в совместном раскрашивании я отмечала. В общем, мы с Юлей красили вот такую морскую мандалу с рыбками. Вообще, мы хотели делать разворот, но вот пока у меня не хватило терпения. Очень, конечно, мне за это стыдно, но вот. В общем, получается, что, наверное, у меня где-то 65 иллюстраций. Далее, Средиземье. И вот эта иллюстрация была раскрашена в этом месяце. Я обожаю эту раскраску, просто обожаю. И тоже она у меня всегда будет из месяца в месяц в планах. Ну, теперь она есть и у Аллы Хобби, и у Оксаны Александровой. Так что я надеюсь, может, вместе пораскрашиваем, я буду рада. Честно, я как-то боялась приступать к этой иллюстрации, потому что вот все, что там на столе находится, для меня это как-то очень сложно раскрашивать. Но я решила, раз уж так получилось, что вот у меня все по очереди, кроме вот этих иллюстраций, но их я тоже потом задействую. Так вот у меня получилось, что, видите, все раскрашено. Ну и я думаю, буду уже по порядку красить, и а то я так могла бы до этой иллюстрации еще долго идти. Гарри Поттер. Я не читала книгу, не смотрела фильм, но, в принципе, тематика мне такая нравится. Но почему-то к раскраске, несмотря на то, что она классная, почему-то рука не тянется особо. Но периодически я ее ставлю в планы. А в этот раз я красила вот эту страничку. Как-то была сделана вот эта, но теперь принялась за эту. Перламутровая акварель луч, потом какая-то ручка коричневая из Леонардо, которая была на кассе. Может быть, Манделузы. Честно, не помню. В общем, вот так получилось. Конечно, такие развороты лучше разом красить, но... Следующее — это арт-йога, 5-й номер за 17-й год. Я ее решила закончить где-то за 2-2,5 месяца.
В этом месяце я немножко исправляла и снимала об этом влог предыдущие свои иллюстрации. Где-то что-то полосила, например. Ну и потом вот эту раскрасила. Это у меня BG Metallic карандаши. И гелевая ручка Crown по контуру. И здесь перламутровая акварель луч. Такие вот пуанты. Далее на сон грядущий. Здесь у меня достаточно много, аж целых 6 иллюстраций. Сейчас буду по порядку все показывать. Вот такая иллюстрация. Это у нас был челлендж. Насколько я помню, с Аллой Хобби, если я ничего не путаю. Следующая иллюстрация. Вот такая мандала. Эта мандала мне, кстати, нравится. Далее. Вот этот чайник мне очень нравится. Здесь карандаши и перламутровая акварель. И, в общем, получилось такой еще из сплендера здесь лира. То есть получилось создать эффект глянца, матовости, тут разных текстур. Потом вот такая лаванда, ну, по крайней мере, я ее именно за лаванду приняла. Ну, здесь карандаши и, наверное, сухая пастель. Еще одна иллюстрация. Так, сейчас ее найду. Хотя, что ее искать? Вот закладки. Я уже просто отвыкла от таких вот стикеров. Вот это у меня. Но здесь тоже такой же примерно наборчик, я думаю, вы выучили. Несмотря на огромное количество канцелярии, как-то вот чаще всего своими любимчиками пользуюсь. И это еще не все. Сейчас покажу еще одну иллюстрацию. Это была вот такая иллюстрация. Здесь я попыталась сделать тот же эффект, что и на чайнике. Но это получилось так, посложнее было, короче. Не так эффектно смотрится, но тем не менее. Следующее — это мания ботаника. Тут я обычно использую акварель, масляные мелки. Но в этот раз я попробовала красить маркерами. Как раз они у меня на тот момент только-только появились. Здесь вообще очень сложно все это как-то распутывать. Ну, в общем, как есть, как уж получилось. Тоже опыт. Далее волшебный мир фей. Тут у меня вот эта иллюстрация. Одна из моих любимых раскрасок. Ну и стандартный наборчик. Бумага здесь по сути офисная, но зато иллюстрация односторонняя. Цветы из сада. Тут у меня тюльпаны. Здесь я всегда использую детскую акварель луч и перламутровую акварель луч. Иногда могу добавить немножко гелевых ручек. Эти раскраски просто обожаю. И
вроде как получается последняя иллюстрация. Это веселый зоопарк. В прошлом месяце я красила павлина, насколько я помню. Да, вот этого, и почему-то мне раскраска не зашла. Не знаю почему. Хотя, вроде бы. А в этот раз вот эта иллюстрация, и мне было, в общем-то, в удовольствие красить, но единственное, конечно, фломастеры полосят, это печально. Но раскрашивать карандашами по номерам мне не очень хочется. Вот, вроде бы это было все. Кажется, я ничего не забыла. Если данное видео вам понравилось, то поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и подписывайтесь на мой канал, а также на мой инстаграм 3 семерки рыжие 3 восьмерки. Под видео вы найдете всякие ссылки, промокоды, возможно, вас что-то заинтересует. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам хорошего настроения, побольше позитивных эмоций, вдохновения, здоровья. И чтобы каждый из вас имел свое хобби и получал удовольствие от процесса раскрашивания, вязания и прочего, кому что нравится. Еще раз спасибо за просмотр и всем пока-пока!